Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал «Сельская жизнь» и я, Юля. Сегодня с вами готовим вкусный и очень простой в приготовлении сладкий пирог с добавлением халвы. Он получается очень мягким, рассыпчатым, с вкусной прослойкой и хрустящим верхом. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и мы начинаем. Для этого нам понадобится 170 грамм муки, 200 грамм сахара, пол чайной ложечки разрыхлителя, 3 яйца, щепотка соли, 40 грамм сливочного масла растопленного и 200 грамм халвы. В миску разбиваем 3 яйца, сюда же добавляем сахар и щепотку соли. Все разбиваем миксером до белой пены. Теперь сюда добавляем пол чайной ложечки разрыхлителя, муку, и снова все перебиваем. И последнее отправляем сюда сливочное масло. И перемешиваем. Получается вот такое вот тесто. Теперь берем халву. И измельчим ее. Теперь собираем пирог. Берем форму, немного смазываем ее подсолнечным маслом. Выкладываем сюда половину теста. Распределяем по форме. Теперь выкладываем халву. И сверху снова тесто. Духовку разогреваем до 180 градусов, ставим в горячую духовку на 45-50 минут. Готовый пирог извлекаем из формы, остужаем и можно кушать. Пирог получается очень мягкий, рассыпчатый, с хрустящей корочкой. Надеюсь, ваши близкие обязательно оценят этот пирог. С вами была Юля на канале «Сельская жизнь». Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Всем пока!